Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня у нас с вами будет вот такой вот пятигранник. На мой взгляд, он очень даже симпатичный. Я его увидела в салфетке, которую вы видите сейчас на экране. Она соединена из таких вот мотивов. И по центру у нас еще здесь есть такая небольшая круглая салфеточка. Но, в принципе, этот мотив мы можем с вами применять в любом другом изделии. В правильном подборе пряжи мы можем получить очень красивую и блузку, и платье, и для отделки каких-то вещей тоже будет очень даже красиво. Понравилась идея, присоединяйтесь. Мы сейчас с вами вяжем мы с вами с первой воздушной петли и вяжем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замыкаем в колечко. Хвостик вдоль вязания. 1, 2, 3. Под колечко столбик без накида. 1, 2, 3. Под арку столбик без накида. 1, 2, 3. Как вы понимаете, мы с вами по кругу обвяжем вот такими арочками. Итак, мы с вами связали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 арок. И 10-ю арочку мы вяжем вот каким образом. 1 воздушная петля накид. И под это колечко провязываем столбик с одним накидом. Мы связали с вами 10 арочек и оказались в центре одной из них. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Накид. И вот под эту же арочку, под эту, мы с вами вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушных петли. Накид. В следующую арку мы вяжем с вами тоже 2 столбика. 1 и 2. 2 воздушных петли, накид, в следующую арочку тоже 2 столбика. 1 и 2. Так мы провязываем с вами все арки. Итак, мы с вами провязали весь ряд. В каждой арочке у нас по 2 столбика. Последние 2 воздушных петли и соединительной петлей мы с вами закрываем этот ряд. 3 воздушных петли, накид, и в этот же столбик еще один столбик. И следующий столбик. Два столбика с одного столбика. И в следующий столбик рядом стоящий тоже провязать 2 столбика. 1 и 2. То есть мы с вами из 2 столбиков сделали 4. 3 воздушных петли. Накид. И переходим в следующие столбики. Точно так же. 2 столбика в один столбик и 2 столбика в другой столбик. 3 воздушных петли. И так мы с вами вяжем по кругу. Мы обошли с вами весь ряд. Последние 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И соединительный столбик с третьей петлей подъема. Соединились. Мы с вами завершили наш ряд. То есть мы вот провязали с вами серединку. Далее. 1, 2, 3. Накид. Я захожу как бы во второй столбик. Не довязала его. Накид. И захожу вот в последний столбик. Не довязала и соединила их все вместе. 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Накид. Мы с вами заходим. Вот видите, у нас здесь с вами 4 столбика, но мы будем вязать только 3 петли, 3 столбика недовязанных. Накид. Не довязали мы с вами один накид, не довязали второй и не довязали третий. И соединили вместе. И 10 петель. 1, 2, 3, 10 накид. И переходим в следующий сегмент от нашего круга. И соединили. Итак, идем по кругу. Итак, мы с вами вот последняя арка моя из 10 воздушных петель. И мы соединяемся в вершине нашего столбика соединительной петлей. Так. Теперь мы с вами должны пройти 2 соединительные петли по вот нашей вот этой арочке. 1 и 2. И теперь 1, 2, 3. Накид. И под вот эту первую арку мы вяжем с вами 9 столбиков. 3 петли подъема, это у нас тоже будет столбик. Итого под каждую арку мы с вами будем вязать 10 столбиков. Вот у нас 4. Пять, шесть, семь, восемь, девять, и вот десятый. Так, накид, и переходим в следующую арочку. В следующей арке тоже 10 столбиков. 10 столбиков мы с вами провязали. Теперь 3 воздушных петли, накид, и опять под арку мы с вами вяжем 10 столбиков. Повторять мне нет смысла, я просто хочу показать. Видите, вот 10 столбиков, без всяких перерывов, еще 10 столбиков. 3 воздушных петли и опять начало нашего цветка. И таких у нас с вами, видите, 1, 2, 3, 4, 5. 5 как бы основ для нашего цветка. Поэтому вот у меня первый, и так я дальше продолжу по кругу. Итак, мы с вами связали весь наш ряд. Смотрите, что у нас в итоге получилось. Вот один лепесток, видите, 3 воздушных, вот второй, третий, четвертый и пятый. 5 лепестков, 3 воздушных петли и соединительным столбиком с третьей петлей подъема. Опять-таки 3 воздушных петли, накид, и мы с вами столбик в столбик провязываем 10. Ну, в первом у нас будет 9, так как у нас 3 петли подъема, а всех остальных мы опять вяжем по 10 столбиков. Итак, мы с вами обвязали первый наш лепесток, и здесь у нас 20 столбиков. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это первая часть. И вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итого 20. Здесь было 3, сейчас 5. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И далее мы с вами вяжем. Каждый лепесток похож один на другой. Так вяжем все по кругу. Итак, вот что у нас с вами уже получилось. Как вы видите, явно выражено уже начало нашего цветка. 5 воздушных петель, и мы закрываем ряд соединительным столбиком. Теперь мы с вами будем постепенно сужать наш цветок. Видите, вот так вот мы будем с вами сужаться. И я вяжу 1, 2, 3. Накид. Во второй столбик я провязала и не довязала. Накид. И в третий провязала и не довязала. Соединила вместе. И теперь я вяжу
все столбики и не довязываю 3 столбика со второго края нашего цветка, которые тоже соединяю вместе. Итак, вот смотрите, мы с вами не довязали 3 столбика. Вот 1, 2, 3. Я делаю накид, захожу в первый столбик, не довязала, накид, захожу во второй столбик, не довязали, накид, захожу в третий столбик, не довязала и соединила все вместе. То есть мы с одной и с другой стороны столбика сделали соединение 3 столбиков в одну вершинку. И переходим на следующий лепесток. Для этого нужно связать с вами 15 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Накид. И этот цветок мы начинаем с вами с 3 недовязанных столбиков с одним накидом. Вот один. Вот второй и вот третий. Вот у нас на крючке с вами 3 петли. Я их соединяю вот так и вот так. Накид. И продолжаю вязать 7 столбиков одного, 7 столбиков другого, 3 не довязала. И так по кругу. Итак, мы с вами обошли весь ряд и соединительной петлей закрыли. Далее мы с вами опять-таки сделаем сужение нашего лепестка на 3 столбика. 1, 2, 3. 3 воздушных петли. Это у нас один столбик. Второй и третий мы с вами не довязываем. И соединили вместе. И теперь у нас будет с вами 10 столбиков. 1, 2, 3. 10 столбиков мы с вами связали. У нас остается, видите, 1, 2, 3. Еще 3 столбика, которые мы должны соединить в одну вершинку. Не довязали. Не довязали. И вот последний наш, который был именно недовязанный, вот в эту вершинку нам нужно попасть. И вот третий. И соединили вместе. И вот это у нас с вами арочка из 15 воздушных петель. Мы вяжем с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. И под арку я провязываю 3 столбика. Один столбик, второй и третий. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И под эту же арочку, ну как бы с другой стороны арки, тоже 3 столбика. 1, 2, 3. 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. И опять-таки мы с вами начинаем вязать следующий лепесток с 3 недовязанных столбиков, которые закрываем в одну вершинку. Вот так. Вот у нас с вами получился уголок. Видите, мы его распрямим. То есть мы начали с вами вязать вот эти вот уголки. Так, дальше по кругу. Так, мы с вами завершили очередной ряд. Последняя соединительная петля. И видите, уже хорошо вот у нас просматривается наш цветок. Далее мы уже с вами сделаем 2 столбика. Вяжем 1, 2, 3. Накид. И мы заходим. Это у нас первый. Вот второй столбик.
Вот третий. Четвертый. Пятый. И шестой столбик. И теперь мы их соединяем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. И точно так же мы делаем второй, как бы, столбик с одной вершины. 1, 2, 3. 4, 5 и последний, шестой столбик. И соединили. Вот что у нас с вами, видите, получилось. То есть уже мы окончили наш лепесток. Все лепестки дальше будут вязаться одинаково. Теперь уголок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Накид. Вот у нас здесь с вами 3 столбика. Мы в первый вяжем столбик с одним накидом. Во второй вяжем 2 столбика с одним накидом, 1 и 2. И в последний вяжем столбик. То есть из 3, видите, мы с вами, вот у нас было 1, 2, 3, мы сделали 1, 2, 3, 4. Три воздушных петли, накид и под арку столбик. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, под арку столбик. 3, 1, 2, 3. Накид. И теперь из этих 3 мы делаем 4. 1 столбик. 2. 3 и в последний 4. Вот у нас как смотрится уголок. Теперь 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Накид. И мы с вами переходим и вывязываем уже наш лепесток. Вот так вот, 1, 2, 3, 4, вот 5 и 6. И соединили вместе. И так по кругу. Итак, мы с вами обошли все по кругу. У нас осталась вот последняя арочка — соединить вершинку с цветком. Как мы ее делаем? 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель, 4 накида, заходим в вершину и провязываем столбик. 1, 2, 3, 4 и вот 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Под арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Под арку столбик. Один, два, три, четыре, пять, шесть,
7, накид. Вот у нас с вами 4 столбика. Мы должны провязать 3 недовязанных столбика и соединить их в одну вершинку. Соединили. 1, 2, 3, 4, 5, накид. Вот у нас с вами центральная арочка. Мы в нее вяжем 1 недовязанный столбик, 2, 3 и 4. И теперь соединили вместе. 1, 2, 3, 4, 5, накид. В эту же арку мы опять вяжем точно такой же столбик. 1, 2, 3 и 4. И соединили. Немножко подвинули опять. 1, 2, 3, 4, 5, накид. И третий столбик в эту же арку. Я провяжу уже все полностью. 3 и 4. И соединили. Вот у нас с вами получилось. Видите? 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Наши столбики. И мы вяжем 3 недовязанных. 1, 2 и 3. Провязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 под арку. И у нас, видите, опять вот вершинка эта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть мы с вами провязали, видите, вот от этой точки и провязали уголок. И так все углы мы вяжем с вами одинаково. Мы с вами обошли ряд. Вот с этой точки мы начинали с вами наше вязание. И теперь нам нужно сделать арку так, чтобы оказаться в центре. 1, 2, 3, 2 накида. И вот мы в ту точку, с которой вязали, выходило наше вязание. 3, 4, 5, 6. Ну, получилось не 6, а 7. Значит, нужно было сделать еще 3 накида. Теперь у нас идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 под арку. Мы теперь по кругу вяжем арочки из 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7 под арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Под эту арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Под вот угловые две арки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Под следующую арку. То есть мы вяжем по ходу движения под все арки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И так мы обвязываем с вами по периметру арками. Мы с вами связали еще один ряд. И опять-таки у нас остался последний ряд, и мы должны с вами выйти на центр арки. 1, 2, 3. Сделали 3 накида. Зашли в то место, откуда выходили. 1, 2, 3, 4. Итого 7. И опять 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И под арку.
вязать. Мы все время теперь будем вязать одни и те же арочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И под арку. В этом ряду мы с вами можем и соединяться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот это у нас полностью уже готовый ряд. И мы можем с вами вот таким образом соединить два мотива. Допустим, вот это у нас одна сторона, а вот эта арочка уже будет идти на другую сторону. 1, 2, 3, 4. Да, и вот у нас мы можем зайти под арку. Или в саму петлю. 5, 6, 7. Под арочку, да? Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Мы ищем с вами четвертую петлю или под арку. 5, 6, 7. Вот у нас арочка идет по ходу движения. 1, 2, 3, 4. Следующая арка. Ну, как вы видите, мы с вами постепенно вот соединяем наши два мотива. Итак, вот у нас мы обошли весь круг. Вот с этого места мы выходили. 7 воздушных петель. Так. И мы соединительным столбиком закрываем этот ряд, обрезаем и прячем нитку. И вот что у нас с вами в итоге получилось, как вы видите. Как разложить, именно если мы планируем сделать салфетку, вы сейчас видите на экране, да, и еще у нас есть с вами серединка. То есть мы в итоге получаем с вами вот такую красоту. Но, как вы понимаете, что мы можем использовать не только для салфетки. Вариантов может быть море. Тоже платье, та же кофта, все что угодно. Да? Вот у нас вот такая кружевная красота. Вот, пожалуй, и все. На этом моменте я хочу с вами попрощаться. Понравилось вам видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А вам творческих успехов и до скорых встреч!